Добрый день, дорогие друзья. Сегодня снова с вами Вальдемарко и Валентина Ивановна сидит сбоку. Как всегда, молчит. Ну, руку подняла, поздоровалась, и это уже хорошо. Короче, сегодня мы опять на второй день опять едем на кладбище. Сегодня купить там цветочки, потому что все доделать до конца уже. Вот такой цветочный магазин, ребятки. Видите, там кто-то что-то выбирает. Стекла, конечно, там у них грязноватые, поэтому плохо видать. Видите, там цветочки, мужичок работает. Все, пойдем пока в магазин. Так, ребятки, вот мы купили цветочки такие. Сейчас поедем. Там все поставим на могилке. Потом я еще раз попробую снять, если там людей много не будет. Ветерок шибкий, холодно. Окей, поехали дальше. Хочу вам просто еще раз снять, вон как выглядит магазинчик. Поближе сделать. Видите, там продаются эти цветочки. Конечно, грязновато все стекла. И то стекла не помыли, ни черта. Вот так выглядит такой магазин. Работает даже в воскресенье. С 10 утра до, не знаю, до скольки, до обеда, наверное, да? Фух, все, дорогие друзья, посадили мы цветочки. Просто я вам что хотел рассказать. Значит, когда мы только приехали, начали разгружать цветы, к нам подошел дедок, лет ему, наверное, 80 уже, наверное, и говорит, что это самое, не сажайте много цветов, говорит, потому что воруют. Мы спросили, как воруют? У меня вот, знаете, он кранц называется. Вот его ставишь, его не сажаешь, он уже в горшке, а его ставишь посередине могилы. Вот он такой купил, поставил, а у него его украли. И просто удивляюсь, когда вот до чего люди дожились. Даже с могилы цветы воруют. Черт и что. Просто я вам хотел сказать. И сейчас, значит, вот я вам покажу, как мы вчера делали, значит, могилку. Кусочек там такой маленький. И сейчас тоже я тоже маленько снял, как мы посадили, как она выглядит теперь. Это, конечно, не все, это просто первые цветы, потому что еще мы боимся, что все-таки будет, может, морозы, и все это, значит, испортится. А туда дальше, потом тоже Валентина Ивановна будет еще дальше сажать. Окей, все, поехал, я думаю. Покида. Так, ребятки, вот мы посадили маленькие цветочки, как вы видите. Людей сегодня немного меньше, но немножко меньше. Ветерок будет не слегать. Просто я вам хочу показать. Вот так вот она выглядит все здесь. Все, поедем до дома, до хаты.